Успешное завершение хардфорка Monero. Как сообщает CoinDesk, запланированный хардфорк анонимной криптовалюты Monero произошел 16 сентября, раньше, чем планировалось из-за увеличения ее хешрейта. На данный момент хешрейт сети составляет 259 мегахеш в секунду. Введение хардфорка подразумевает обязательное использование в сети так называемых кольцевых конфиденциальных транзакций – RIN-CTS. Хотя большинство пользователей Monero уже сейчас используют эту технологию. По данным CoinMarketCap, Monero входит в десятку лидеров по капитализации рынка. Сейчас стоимость криптовалюты чуть меньше $100, а рыночная капитализация почти 1,5 миллиарда долларов.